самого детства у меня было две мечты. Попасть в финал высшей лиги КВН и сняться в фильме «Брат». И сегодня сбудется одна мечта ради достижения другой. Сидишь тут, как отец твой непутевый. Одна надежда у меня. Митенька мой. Большой человек, видать, там, в Москве-то. Вот, посмотри. Да, видел я. А ты еще посмотри. Ой, маленькие, какие хорошенькие все. Ехал бы ты к брату в Москву, глядишь, поможет. Самый родной тебе человек на всем свете. Большие города. Вы брата моего не видели? За мной будешь? Все начинать сначала. Он хотя бы дома? Да ты че, на работе. Был бы дома, тут бы куча людей было. Холодная война. И время как вода. Он не сошел с ума. Здрасте. Добрый день. А чё вы кнопку не нажимаете? Так мне и на первом неплохо. Ну, здравствуй, брат. В студии жди меня дальше по коридору. Да не, я брата ищу. У него свое шоу на Первом канале. Свое шоу на Первом канале? Такое бывает. Вообще-то Эрнст мне не нравится. Какой-то он умный, талантливый, дальновидный. Одно слово, и нет тебя на Первом канале. Ладно, пойду брата искать. Эй, красавчик! Как на вечерний Ургант попасть? Так вот же студия. Да к студии я знаю где. Как на вечерний Ургант попасть? А вы... Брата моего не видели? В качалке, наверное. Салтыкова клевая. До сих пор. Ну, здравствуй, брат. Брат свой звать. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Вы идите босса. В чем? Вы единое боссва. В чем? Вы единое боссва. Пойду я. Брат, наверное, уже дома. Брат, ты чего? Васильевич, ну, Александр Васильевич, ты должен помнить, он в жюри меня не зовет. А я, главное, ради него ведь все, я и в Сочи летал, и в этот самый Светлогорский, у его дуду. Я в жюри, в премьерке сидел, как, вот, все за свой счет, брат. Брат, ты ж брат мне. Да. А помнишь, ты на КВН без темных очков пришел, а он не узнал тебя? Да, он меня никогда не узнает. Все, это и ты. Кто ты вообще такой, дядь? А помнишь, ты без галстука пришел, а он тебе свой отдал. А ты его мне подарил. Да. А я его продал и квартиру себе в Кирове купил. Брат, а помнишь, ты мне $2000 занял и сказал, что можно не отдавать? Ты это самое, не было такого. Ты ж брат мне. Да. Помнишь, я, главное, фигнёй какой-то прикинулся, а Гусман в конце программы встал и нёс меня. Да. Ты это, поможешь, брат? Ну ладно. Давай. Ага. Помогу, чем смогу. Ты ж брат мне. Да. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Да, Александр Васильевич. В жюри? Финал? Конечно.
Буду как огурчик. Хорошо, буду как вы в пиджаке. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Алло. Алло, брат. Ну я в финале. Могу помочь. Спасибо. Мы сами. Сами? Ну вы crazy. No, we are Russian. From Вятка. Большие города. Команда КВН «Вятка». Мечты сбываются. Спасибо. С самого детства у меня было две мечты. Попасть в финал высшей лиги КВН и сняться в фильме «Брат». И сегодня сбудется одна мечта ради достижения другой. Алло. Алло, брат. Ну я в финале. Могу помочь. Спасибо. Мы сами. Сами? Ну вы крэйзи. Большие города. Что случилось, брат? Александр Васильевич меня в финал не взял. Ну, Александр Васильевич, человек настроения. Мне на полуфинале за один из конкурсов Гусман и Пелагея тройки поставили, предатели. Похоже, боги разгневались на вас. Вам и Эрнст тройку поставил. Ты ж, брат, мне зачем топишь? Ты же говорил, у меня все будет хорошо. Я тебе и сейчас могу слово в слово сказать. У меня все будет хорошо. А может как-то повлияешь на Эрнста? Ты же сам мне говорил, что он без тебя и шагу сделать не может. Ты ж, брат, мне нафига топишь-то, а? Чем помочь-то, брат? Александр Васильевич смотрит. Ну так, сквозь дрему. Тогда не надо, мы сами. Кубок мэра, снова Вятка, снова в бой. Это он украл ноябрь у нас с тобой. Финал одна команда сможет лишь пройти. У него гранитный камушек в груди. Отставить панику, на сцене Вятка! И сразу же об этом празднике. Александр Васильевич, мы бы хотели поздравить вас с днем рождения КВН, так же, как вы поздравили нас. Скоро в Кирове пройдет Кубок мэра. Приезжайте и выступите. А мы будем проходить финал. Тем более, что в финале не хватает именно такой команды, как мы. Но там Раисы. Мужской. Так-то. Уверенный. Плюшки. Адекватный. Борцы. В штанах. И чтобы победить, нужно обезоружить своих соперников. Генерал-алкоголь, на вас русская дорога. Так она и была на мне! Встать в строй. Генерал Секс, вы возьмете на себя главного у англичан. Боже, храни королеву! С ума сошел. Командор, а кто займется семьями? Вот кто сегодня проиграет, тот наконец и займется семьями.
Ну и поскольку мы в Москве, сегодня с нами представители темных сил, которые оставили свой след в истории Москвы. Чингисхан. Первый, кто додумался жить у себя, а зарабатывать в Москве. Наполеон Бонапарт. Так же, как и Собянин, принял Москву, скажем так, не очень хорошем состоянии. Владимир Ильич Ленин. Раздал крестьянам столько земли, что самому никак не достанется. Ну и Дональд Трамп. Заколебал ты. Настолько неадекватный политик, что, возможно, это он сам. Эти люди доказали, что шутить с Москвой бесполезно, поэтому сегодня мы будем шутить о Москве. В последнее время в Москве очень популярны ярмарки с натуральными экопродуктами. Причем, чем необычнее продукты, тем выше интерес. Отходи, покупай! Эксклюзивные продукты из Вятки. Таких не купишь нигде, даже в Вятке. Ого! А это что такое зеленое? Мясо хамелеона. Хамелеона? Оно каждый день разного цвета. А там что? Медвежье молоко. Ничего себе, а как вы его добыли? Не будил. А это что такое? Помидрец. Помидрец? Помидрец. Ну, я сел на сумку с помидорами и огурцом. Вот, из этой же коллекции клубни пиха. А есть что-нибудь из трав? Да, конопля 100 рублей. Она же запрещена. Да, тогда 1000. Сегодня мы хотим покорить Москву, а провинциалы, покоряющие столицу, это классика. А классика — это Квин. А Квин — это клуб веселых и находчивых. Итак... Итак, команда Квин Вятка представляет «Московская рапсодия». Вся страна у нас escape from reality. Много историй, но сюжет у них всех один. Я слишком хорош стал для этой провинции. И он всем говорит, что Москву покорит. Он всего добьется здесь, красным у него есть диплом. Мама, я месяц здесь, я работаю с едой, но я очень хочу есть. Мама, вот еще облом. Здесь ни разу не спросил никто диплом. За год в столице сумел закрепиться. Я в сети куры-гриль, важная птица. Кур покупает, людей нанимает. Но позвонила, позвонила, позвонила мама мне. Мама сказала, ее все достало. Не страдай ерундой, возвращайся домой. И что, и что? Возвращаться не стал, комнату в мытищах снял. Половину сдавал, половину занимал. Чтобы бизнес открыть, на полгода бросил пить. Чтоб долги ему не влезть, на полгода бросил есть. Ходил, менял, покупал, продавал. Копил, копил, копил. Я купил бы ипотеку, а душу Крулёва. Всё рядом, за городом. Я новый
покорять столицу. Можно без конца. Есть к чему стремиться. Жизнь внутри садового кольца. Ну и в конце. Вы знаете, переезжать в Москву – это то же самое, что играть в КВН. Ну, вначале непонятно, потом трудно, но потом-то хорошо. Уважаемые жюри, мы 18 лет играем в КВН. У нас уже было и непонятно, и трудно. Поэтому очень надеемся, что сегодня все будет хорошо. Команда «Вятка» – тот самый КВН, влюбленный в ту самую Москву. Добрый вечер, с вами «Темная армия». И мы не случайно вышли под новый гимн зла. Дело в том, что в недавно снятом клипе на эту песню народный артист России Филипп Киркоров сматерился, и это посмотрело 20 миллионов человек. В связи с этим «Темная армия» предлагает материться на Первом канале. Вы только представьте, насколько проще станет говорить Бабкиной в модном приговоре. Насколько интересней станет следить за рассуждениями знатоков «что, где, когда». В конце концов, речи Юлии Соломоновича станут короче и понятнее. Может, идея и плохая, но Константин Львович наверняка сделает из нее гениальную. Вижу в жюри новичков, поэтому поясню. Мы первая команда, вставшая на темную сторону. Зачем мы это сделали? Да потому что зло в опасности. Судите сами. Ким Чен Ын променял Армагеддон на Хюндай. Хрусталеву стали давать слова в «Вечернем Урганте». И это невероятно, но Пельш занят. Мы — это я и мои темные генералы. Позвольте представить особую майскую коллекцию. Генералы «Речка» и «Водочка». Ведь мы купаемся в мае не потому что «Речка», а потому что «Водочка». Генерал «Кетчуп». Он же великий уравнитель. Делает из баранины, говянины и свинины просто мясо. Его сосед по холодильнику — генерал «Майонез». Продается в ведрах, оседает в бедрах. И сегодня мы совершим самое большое злодеяние за всю историю КВН. Сегодня мы украдем победу в этой игре. Возможно, даже у себя. А что, мы люди русские, нам не впервой самим у себя воровать. Мои генералы, в бой! Блэк-команда, на сцене наша банда. Не говори, нам хватит, играем пока хотим. Переходим сразу к темным делишкам. В Англии изучают происхождение денег российских олигархов. Итак, Скотланд-Ярд, дома у Романа Абрамовича. Давайте еще раз. Значит, где вы взяли 200 миллионов на покупку Челси? В серванте. А в серванте они откуда взялись? Переложил из сейфа. А в сейфе что за денежки? Это проценты от акций. Акции вы на что купили? У меня была недвижимость. А недвижимость у вас откуда? Я продал завод. Так а завод-то вам что, просто так достался, что ли? Прикинь.
Шучу, конечно, шучу. Мне просто в 90-е подвернулись две фуры. Какие фуры? С сервантами. И вы думаете, что после всей этой ерунды, которую вы нам наговорили, мы вас просто так отпустим? Прикинь. Есть люди, которым хочется нахамить в ответ. Вам хочется, а темная армия делает. Продавец, консультант, гопник и гаишник. Поехали. Я старший продавец. Звучит как «я самая крупная спичка». Купите жене мультиварку. Ей некогда фигней страдать, она все время готовит. Если что, вы не стесняйтесь, спрашивайте. А у вас с детства эта страшная бородавка? Хотите модель с большой диагональю? Хочу, Ким Кардашьян. Вот модель с большой диагональю. Сигарета есть. Сигарета курить. Семечки есть, сигарета курить. Ты чё, спортсмен? Я так и знал, что ты не в курсе, как они выглядят. Короче, я считаю до трех. Я бы на твоем месте вычеркнул эту строчку из резюме. Ладно, живи. Ты так говоришь, как будто до этого 7 дней землю создавал. Знаете, почему я вас остановил? А что, вам уже не обязательно знать? Аптечка есть? Аптечка лечится. Семечки есть, аптечка лечится. У вас сын, случайно, не гопник? Так, где буква «Ш»? Шишки в шпротах, в шубе. В смысле? В этом слове как раз нет. А чё это у вас глазки забегали? Худеют, к лету готовятся. В прошлой игре мы очень хотели победить. Настолько, что даже взяли в свою команду Александра Васильевича. И не победили. Сегодня нам предстоит принять непростое решение. В общем... Александр Васильевич, мы выгоняем вас из команды. Все, хватит, идите топить другие коллективы. Например, к так-то. Хотя нет, вы слишком уверены в себе. Может, спортсменам? Тоже нет, у них тогда появится человек в хорошей физической форме. О, к Раисам. Тоже нет, они реквизитная команда, а вы текстовик. В общем, получается, Александр Васильевич, что идеально вы подходите только нам. Потому что вы тот самый Масляков, а мы тот самый КВН. Снова темный сезон, снова четвертьфинал. Я еще в КВН свое не отыграл. Пусть сегодня играть веселей станет всем. Чигирёк, Чигирёк, это тот КВН. Выступают опять приставилые ребятки. Дядьки в красных плащах. Это Вятка, Вятка, Вятка. Это Вятка, Вятка, Вятка. Мы опять в поветке. Командор гладкий, КВН сладкий. С вами была Вятка. Никогда так быстро не ходил. Перед вами 4 немолодых человека в детских костюмах, которые считают себя темной армией. Я до сих пор не понимаю, почему все делают вид, что все нормально. А любовь слепая! Вот видишь, Богдан? Я так и знал, что дело не в тебе. Чего ты вместо меня вышел? Помочь хочу. Просто неохота с одной командочкой в финале играть. С какой? С вами. Надо же, чтобы вот отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь вот хорошо было.
Тебя кто креститься учил? Давай так, ты сейчас вот отсюда, вот туда, чтоб вот здесь вот хорошо осталось. Тише, тише, моя лысенькая истеричка. Да ладно, шучу. Могу и вас научить. Так, давайте не будем ссориться. Предлагаю все это закончить фразой, после которой распалась группа «Кармен». Спасибо, Богдан, за удачный старт, но дальше мы сами. Капец, вы старые. Это да. Ну что, друзья, а теперь по поводу сегодняшней игры. Недавно вышел закон, запрещающий увольнять людей предпенсионного возраста. И мы всей командой благодарны президенту за то, что он закрепил наш выход в финал законодательно. Ну что, старички, в бой? Да! Модными конвульсиями по залу, пли! Начнем с актуального. Недавно чиновницы из Саратовской области предложили прожить месяц на 3 500 рублей. Естественно, она отказалась. Давайте представим, что один чиновник согласился. Так, давайте, объясняйте, в чем суть вашего эксперимента. Нужно прожить на 3 500. Да, легко, запросто. Вам. Мне! Да, вам на 3 500 рублей. Рублей! Да, на 3 500 рублей в месяц. В месяц! Я согласен. Согласен! Все мы знаем, что в Сколково что-то происходит, но не знаем, что именно. Итак, представьте, в Сколково что-то пошло не так. Они вышли из-под контроля! Мы все умрем! Господи, как же страшно! Там проверка из Кремля! Уходим! Уходим! Ну и напоследок. Привет. Александр Васильевич, я к вам по поводу совета. В общем, слушайте. Айда в интернет. А что, вы столько лет возглавляете самое мощное молодежное движение на телевидении. Кому как не вам возглавить молодежь в интернете? А что, будете снимать вайны, стримить доту? Распаковывать новые айфоны. Вы же можете себе это каждый день позволить делать. Появитесь, наконец, в соцсетях. Вы хоть понимаете, как странно выглядит, что человек, создавший планету КВН, не может создать аккаунт в Инстаграме? Будете выкладывать и фотографировать еду. Поверьте, всем очень интересно узнать, что ест человек, который в свои годы так выглядит. Но главное, заведите свой канал на YouTube. Вот посмотрите, этот ролик набрал 10 миллионов просмотров. А теперь представьте, сколько бы он набрал, если бы это были вы и Сан Саныч. В общем, Александр Васильевич, идите в интернет. Сделайте так, чтобы люди начали говорить, что интернет уже не тот. Ну что, как вам вятское старичье?
Мы хоть старичье, но еще ничего. А помни, что юмор понятный всем. Лишь вятка играет в тот КВН. Хотим увидеть снег декабря. Хотим убедиться, что все не зря. Тот самый КВН. Ну, здравствуй, фестиваль. Нас не было 6 лет. И все эти годы команда «Вятка» сидела в тылу и терпеливо ждала, когда у Александра Васильевича закончатся азиаты. За эти годы в мире многое изменилось. Илон Маск готовит экспедицию на Марс, в Японии квадрокоптеры доставляют лекарства, в автомобиле «Нива» появился УКВ-приемник. Мы тоже изменились, мы больше не представляем силы зла. Ведь оказалось, что с названием «Темная армия» очень сложно получить грант от Департамента образования. Учитывая, сколько лет прошло, многие наверняка не помнят, кто есть кто. Поэтому напомню. Это Александр Васильевич. Здравствуйте. Это Сан Саныч. Добрый вечер. А всех остальных я уже не знаю. А это генерал Алкоголь. Ура! Поздоровайтесь с людьми. А мы с Нового года еще с ними не прощались. Генерал Алкоголь умеет превращать любой вагон в ресторан. А любой ресторан в вагон. Продолжим. Генерал Жадность. Всего. Жадность — автор таких фраз, как «Я тебя потом на карту перекину». Да ты чё, у щуки в голове самое вкусное? Следующий — генерал Секс. Hello. Мы идем в сезон. Секс, вы со мной? Все реже и реже, командор. Пойте. Как же тебе повезло. С твоей-то рожей. Хорош. Ну и, наконец, генерал Лень. Автор слов Ольги Бузовой. Логопед Скриптонита. Диетолог Лолиты. Лень, что у вас? У меня все. Как видите, мы готовы к бою, а наше оружие — это смех. Поэтому одиночными по залу пли. Ха! Ха! Очереди усиляй. Ну и смехомет. В общем, мы как группа «На-на», забывшая мясную нарезку на банкете. Мы не могли не вернуться. Ну и чтобы ни у кого не осталось сомнений, что мы на стороне добра, я прямо сейчас напрягу всех, кто напрягает Россию. Мировое зло вводите! Я из НАТО. Зачем вам такая большая страна? Ну, мало ли вы к нам в гости без приглашения нагрянете, чтобы было где вас всех положить. Евросоюз! Мы собираемся бойкотировать ваш чемпионат мира по футболу! А вот мы как дождемся первого матча и как
присоединимся к вам. Международный олимпийский комитет. Вы видели анализы ваших спортсменов? Там на каждой пробирке трещины. Потому что, в отличие от остальных, наши спортсмены старались. Командор, вы аккуратнее. Мы вообще-то в КВН собрались вернуться. Еще одни. Вот почему в других телепередачах никто не возвращается. Вот в «Поле чудес» же нет такого. Леонид Аркадьевич, я все осознал. Вот вам КамАЗ лисичек. Ладно, точно решили? Да. Тогда мне надо поговорить с главным. Командор и Александр Васильевич не виделись 6 лет. Впервые за эти годы командор видел Александра Васильевича сам, без помощи каких-либо препаратов. «Как он постарел!» – подумал Александр Васильевич. «Мы столько знакомы, как к нему обращаться, на ты или на вы?» – создавал иллюзию выбора командор. Александр Васильевич подбежал бы и обнял командора. Лишь только полное отсутствие какого-либо желания не давали ему это сделать. И тут командор решился. Александр Васильевич, для нас КВН как шампур, на который мы раньше нанизывали свою жизнь. И с тех пор, как этот шампур исчез, все остальное что-то тоже не заладилось. Поэтому, Александр Васильевич, только в ваших силах нашампурить нас обратно. Не играли 6 лет, всем казалось, нас нет. Ушла вятка в туман, это был хитрый план. Парма, Пятигорск, Курск и снова Пятигорск, Камызяк и Сок, Челябинск и Магнитогорск. Посмотрите, с кем нам за жизнь пришлось сыграть. Не можешь победить, так попробуй переждать. С вами была неубиваемая команда КВН «Вятка». А это значит, что фестиваль, как и КВН, снова тот. Иногда прийти к своей цели оказывается очень непросто. Итак, знакомый сюжет. Отец устраивает своего сына в детский сад. Алло, дорогая. Да, ничего сложного. Сейчас документы занесу и договорюсь. Разогревай борщ, я скоро буду. Здравствуйте. Нет, нет. Вы же еще не знаете, зачем я пришел. Зачем бы вы не пришли, мест нет. Можно хотя бы в очередь встать. Можно, вы будете 925-й. А есть электронная запись? Есть, вы будете 926-й. У вас дети есть? Да. В садик ходят? Естественно. А мой нет. Зря. Ребенок должен общаться со сверстниками. Ну так запишите. Мест нет. Думаете, на вас управу не найду? Алло, дорогая. Остужай борщ, я задержусь. Здравствуйте! На региональном уровне это не решить. Вы же еще не знаете, что случилось. Что бы ни случилось, на региональном уровне это не решить. Послушайте, у вас дети есть? Есть. В детский садик ходят? Ходят. Может, и моего туда устроите? Вы готовы переехать в Испанию? Вы думаете, я на вас управу не найду? Да я до министра дойду. Алло, дорогая, замораживай борщ, я прям сильно задержусь. Здравствуйте. Его нет. Вы же еще не знаете, к кому я пришел. Кому бы вы ни пришли, его нет. Вы за детские сады отвечаете? Да. Поможете сына устроить? Да. Что для этого нужно? Нет. Что? 4. В смысле? Псков. Да что за хрень вы несете? Ну как на ЕГЭ было, я так и отвечаю. Вы думаете, я на вас управу не найду? Да я в Москву полечу, на телевидение.
Алло, дорогая, выкидывай всю еду и молодежную одежду. Я вернусь стариком. Добрый вечер, Дмитрий! И наша студия вас поддерживает! Я же еще ничего не сказал! Что бы вы ни сказали, наша студия вас поддерживает! Итак, Дмитрий, расскажите нам вашу шокирующую историю. Я уже довольно давно не могу. Спасибо за смелость, Дмитрий! Не каждый мужчина решит заявить о таком на всю страну. Да нет, моего ребенка не берут. Вот это поворот! Мужчина пытается продать своего ребенка, а его не покупают. Мужчине обидно и как отцу, и как продавцу. Да. Обычного ребенка не берут в обычный детский сад. И поэтому вы его бьете? Нет. А, вы живете в наркопритоне? Нет. Ну, мать-то ребенка хотя бы несовершеннолетняя? Да нет. Так, кто пустил в студию этого скучного человека? Да что за хрень? Почему, чтобы решить простейшую проблему, нужно дойти до главного? Владимир Владимирович, я за вас. Но я же для вас еще ничего не сделал. Что бы вы для меня ни сделали, я... Вы что-то хотели? Не могу ребенка в детский сад устроить. Какая область? Кировская. Ваш губернатор Игорь Владимирович Васильев? Да. Хорошо. Я в кратчайшие сроки попрошу его решить вашу проблему. Я иду по городу, иду по улицам, иду, я обязательно тебя найду. Я иду по городу, иду по улицам. Добрый вечер, Игорь Владимирович. Можете не вставать, я не настоящий. Игорь Владимирович, я уверен, вы справитесь. Да, я не сказал с чем. Но с чем бы я ни сказал, я уверен, вы... Я уверен, вы справитесь. На самом деле, суть этого сюжета в том, что все в твоей жизни зависит лишь от одного человека. И с возрастом все больше понимаешь, что этот человек ты. У всех работающих есть профессиональный праздник. У безработных это день КВН. Итак, Киров, день КВН, Вятка отмечает свой профессиональный праздник. Мы выбираем, нас выбирают, мы возвращаемся, нас выгоняют. Мы за финалом следуем тенью, мы привыкаем к непопадению. Ребята, я хочу сказать тост от лица всех жен. Дорогие наши мужчины-КВНщики, мы хотим поднять этот бокал за день, который мы с нетерпением ждали целый год. За ваш полуфинал, в котором вы наконец-то проиграли. Да, вы потеряли КВН, но зато семьи вновь обрели мужей, а дети отцов. Ура! За семью! Ура! Ты что, я не сказал, что мы все на Кубок мэра едем? Да времени просто не было. Ну так сейчас скажи. Я не поняла. Вы что, ему не сказали, что вы все не едете на Кубок мэра? Да времени просто не было. Ну так сейчас скажи. Девочки, пойдемте проветримся. 5 минут у вас. Ну что, ребята, надо как-то говорить. Давайте я намекну. Давай, 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 давай. Старые, но не бесполезные. Можно вот так выступление начать, весело, нет? Дим, ты знаешь, иногда в жизни, как бы это сказать, надо уйти из леса, не дослушав кукушку. Чего? Ну, поставить телефон на зарядку, пока есть хотя бы одно деление.
Чего? Ну, пересилить себя и не брать с тарелки последний кусок колбасы. Чего? Он тебя не понимает. Да. Не все шмели одинаково полезны. Ну, невозможно из мармелада сделать домик собачке. Вы решили не ехать на Кубок мэра? Да, да, мы решили не ехать. Вы что, пацаны, нам обязательно надо ехать. Ура, папа! Мама сказала, что ты больше не поедешь на КВН. Вот объясни теперь моему сыну, почему я должен ехать на КВН. Я объясню. Так, давай попробуем на твоем языке. Знаешь, представь, что КВН — это огромная карусель, с которой ты месяц назад упал на глазах у всех. Что надо сделать? Надо встать, отряхнуться и больше туда не возвращаться. Ах ты. Нам нужен этот кубок. Зачем? Чтобы попасть в финал. А зачем попасть в финал? Чтобы стать чемпионом высшей лиги. А зачем стать чемпионом высшей лиги? Давайте лучше про секс расскажу, там проще. Дима, иди к маме. Да поверьте мне, КВН может дать человеку все. Да, мы бы поверили, но только реальному человеку, которому КВН дал все. А не тебе, Дима, иди отдохни, пожалуйста. Ну как вы, ребята? Да вроде сказали. И что? Ну, обиделся, но не скандалил. Я так давненько не волновался. Но камин-аут наш состоялся. Ну, наконец-то, все это в прошлом, мы побежали. А вы выпейте можно? Вот и ушли мы из КВНа. Так символично, в день КВНа. Мужики! А давайте друг другу пообещаем, что бы ни случилось, где бы мы ни находились, каждый год в этот день включать телевизор, смотреть КВН и говорить. Да, без нас уже не то. Здравствуйте. Я... тот самый человек, которому КВН дал все. Ребята, вам обязательно надо ехать на Кубок мэра. Зачем? Ну, потому что когда мы играли в КВН, такого кубка не было. Справедливости ради скажу, что и мэра такого не было. Семен, скажите, Семен, вы же с Димой ровесники? Так. А почему тогда вы в Москве по уши в работе, а Димка в Кирове? По уши в Кирове! А? Давайте я вам лучше про секс расскажу. Давайте я как-то намекну. Да. Семен, ты уж передай нашему Диме, что в Дедушке Морозе папу не спрячешь. Чего? Ну, вблизи можно отличить медузу от пакета. Чего? Ой, ё-моё. Пастилой Уругвай не обогреешь. Вы поняли, что я не Семен? Да, мы поняли. Да, ты не Семен, и мы твердо решили завязать с КВНом, Дим. Да, КВН — это путевка в жизнь. Да, она одна, и она твоя. И мы устали на нее скидываться. Ну. Дима, иди отдохни, пожалуйста. Ну что, мужики, пришло время прощаться. И, наконец, своей жизнью заняться. Так же, как все, ходить на работу. Так же, как все, выпивать по субботам. Буду выгуливать утром собаку. Узнаю, где платит народ коммуналку. Куплю я в кредит себе Ладу Калину, чтоб ездить с супругой по магазинам. А я помогать буду делать уроки любимому сыну и лапочке дочке. Жена еще просит подумать о третьем. Мужики, может, зря мы на кубок не едем? Может быть, да, может быть. Родная, родная. Здорово, пацаны! Я слышал, вы на Кубок мэра не собираетесь ехать. Если что, уездный город вас заменит, да? Подождите, а вам это зачем? Мальчик мой. Пунь. Пока этот социальный лифт работает, мы будем на нем кататься.
Социальный лифт не автобус. Здесь старикам уступать не обязательно. Здравствуйте, уважаемые. Плохая компания готова побороться за кубок мэра. Да что ты слышал о плохих компаниях, сынок? О-о-о. Ладно, ладно, спокойно, дяденьки, спокойно. Если вы в 93-м году обнесли какой-то магазин с нелепой одеждой, еще не значит, что вы какая-то опасная компания, окей? Здесь кто-то сказал «опасная компания». Готов побо... Бушуй, в тысячу лет тебя не видел. Нифига себе, тебя гравитации приплющило. Союз! За кубок мэра Москвы готова побороться еще одна команда. Современная, обаятельная, безусловно яркая, народная и неординарная. Сокращенно Собянин. Давай подойдем. За кубок мэра Москвы готовы побороться камызяки во главе со своим красавчиком. Да. Дорохов, у меня сейчас к тебе такой же вопрос, как в свое время к Александру Реве. А в какой момент жизни ты понял, что ты красивый? Что ты начинаешь, не пойму? Щекастик, давай так, ты ему втащишь, а мы с Жигулем союз на осколки развалим, а? Здесь кто-то сказал «осколки союза». Друзья, друзья, ну какой же кубок Москвы без нас? Да-да-да, Москва без азиатов какой-то странный город, если честно. Здесь кто-то сказал «странный город». У Курского вокзала стою я молодой. Вы-то какого хрена здесь делаете? Тут кто-то сказал «Саратов». Да никто не говорил «Саратов». Блин, опять послышалось. Но мы все равно тоже готовы побороться за кубок мэра Москвы. Да все готовы побороться, вот все, да кто стоят. Да ты-то что? Куда? 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 Вы-то что? Куда вы? Куда лезть? Просто вот куда лезть, да? Что? Я тебя на Авито продам. Тихо. Давай Кировская Бритни Спирс, смещай давай. Что здесь происходит? Представляешь, только мы собрались из КВН уходить, наше место уже занять хотят. Александр Васильевич, вот как вы это делаете? Уважаемые, популярные, реализовавшиеся люди. А по первой вашему свисту готовы прибежать и снова сыграть в КВН. Вот в чем секрет? Давай я лучше тебе про секс расскажу. Разные судьбы нам выпадают. Кто-то играл, а кто-то играет. От КВНа и так КВНа. Просто большая у нас перемена. Нам всем не 20 и даже не 30. Но очень сложно остановиться, пока мы на сцене. Мы не стареем, по крайней мере, мы в это верим. Кто сам приходит, кого приглашают. Графики часто не совпадают. Он навсегда будет школой, наверное. Кому-то обычной, кому-то вечерней. Нестор Васильевич. Давай. Мы это, все уроки выучили. Допустите до экзамена.
Иначе опять мы вернемся. Тот самый КВН! Если день рождения — это повод отпраздновать, то юбилей — это повод уже задуматься. На днях у нашего Димы был юбилей. А так как на дворе май, по-другому мы его поздравить, ну, просто не могли. Слушай, может, Андрюху сменить? А ты что думаешь, он шашлык раздувает? Это он балансирует. Дожили, братцы, Димону уже 35. Это капец, полагаете? Да, полагаю. Мне всего 30, я с ужасом годы считаю. Я бы свои 35 прям не стал отмечать. Так, тихо, Дима идет, хватит сопли пускать. Ему 35, а еще пока нечем гордиться. Так что давайте натянем улыбки на лица. И вслух эти страшные цифры не называть. Че здесь за грустные рожи, мне 35! Да что ты, тебе показалось, мы все очень рады. Да? А ты сам откуда и что на тебе за помада? Я из дома, меня поздравляли соседка и мать. Дим, извини за такой вопрос в день рождения, но ты что такой веселый? А что мне грустить? Мне всего 35. Дим, это Роналду всего 35, а тебе уже 35. Но я известный КВНщик. Дим, ты, конечно, извини, но Миша Галустян известный КВНщик. А вы с ним почти ровесники. И что? Да то, что по шкале Галустяна тебе 18. А по шкале Александра Васильевича Галустяну 3. Дим, Цукерберг в 28 Facebook за миллиард долларов продал. Ну ты не сравнивай русского и еврея. У нас совершенно разные скорости развития. Ой, Димуля, ну ты лысый! Как Хрусталев. Да, но ты не являешься известным ведущим. Как Мерзликин. Но ты не снимался в фильме «Бумер». Как Гусман. Но ты не сидишь в жюри. Как Александр Васильевич. Но ты не президент КВН. Как Хрусталев. Все, круг замкнулся. Так что давай, ерунду про меня не пари. Ну что, мужики, давайте коньяк открываем. И понемногу по кругу его разливаем. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А чё, Андрюха, так долго? А ты чё думаешь, это он нам разливает? Это он в свой попасть не может. Ребята, тост! Тост! Дорогой Дима, ты наш капитан. Мы все эти годы идем за тобой. За это время многое изменилось. Вот у Руслана двое детей. У Радика собственный бизнес. Никита стал директором пусть кировского, но телеканала. Артем, помощник губернатора. О, в КВН ты для нас по-прежнему главный авторитет. Это бесспорно, да. Да, да, это да. Это... И пусть пока мы не стали чемпионами и даже финалистами, зато благодаря тебе мы вернулись спустя 6 лет и рискуем не попасть даже в полуфинал. Выпьем. Ура. Спасибо, друзья. Меня никто еще так искренне и душевно не унижал. Дим, да, ты чего? Что думаете, я сам не понимаю? Мне 35, а я никто. Дима, да тебе на день рождения все жюри пришло. Чтобы посмеяться надо мной. Ну... Димуль, ну они не смеются над тобой. Еще и жюри не смеется, караул. Да, но они над Александром Васильевичем тоже не смеются. Но я не веду свою передачу на Первом канале, я только участвую в ней. Как Хрусталев. Но я не пародировал Путина. Как Галустян. Но я не пародировал Кадырова. Как Меньшова. Но мне не присылают приглашения на игры высшей лиги. Ну как Гусману. Но я в любой момент могу вылететь из КВН. Как Хрусталев. Все, круг замкнулся. Все. А что будет дальше? Я вам сейчас расскажу. Будем играть, нарушая табу и законы, чтоб наконец КВНинам стать чемпионом. И тьфу-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 тьфу. Вот и ответ, почему мы так ценим игру. Всем нам уже не 16, но нам это важно.
этим по жизни похвастаться может не каждый. Мне 35, а я делаю то, что люблю. А что, Андрюхе плохо, что ли? Да нет, это он представил, что ему золотую медаль повесили. Мы это сделали, пацаны! Вершиной карьеры любого коллектива является выступление с симфоническим оркестром. Сегодня вершина нашей 18-летней КВНовской карьеры, поэтому сегодня мы сыграем в КВН с симфоническим оркестром. Настрой боевой. Ведь для нас победа в финале как секс с подругой жены. Мы этого ни разу не делали, но мы шли к этому 18 лет. И если мы победим, губернатор обещал нам по квартире в Кирове. А если проиграем, то по квартире в Кирове, но жить там обязательно. А чем мы будем брать? Опытом. Ведь когда мы начинали, Богдан из плюшек пошел в первый класс. УЗИ показало, что капитан так-то будет мальчиком. А шапка кривений из русской дороги еще беззаботно строила плотину. И пусть для нас это первый финал, но это первый финал и для Крокус-Сити-Холла. Этой сцены касались пятки Ваенги, ладони Газманова, губы Стаса Михайлова и ягодицы Волочковой. То есть чисто технически у Михайлова с Волочковой что-то было. И давайте не будем забывать, что игра проходит в канун Нового года. А в Новый год людьми управляют именно мои темные генералы. Смотрите. Генерал Жадность. Именно он придумал измерять майонез ведрами, оливье тазами, а холодец балконами. Генерал Лень провоцирует людей сесть на втором куплете гимна. Генерал Секс. Все новогодние праздники пытается безуспешно вклиниться между гостями и горячим. Ну и генерал Алкоголь. Именно его устами говорится фраза «Тихо-тихо, сейчас Володя поздравлять будет». Генерал-алкоголь, вам слово. Песня! Гимн 1 января. В голове, в животе, в сердце застучало, на душе и во рту, и в спине стреляло. А в ушах каждый звук, печень заныла, и не помнит никто, что же вчера было. Мешали все! Сегодня финал, поэтому темная армия решила позвать еще более могущественные силы зла, по сравнению с которыми у нас здесь детский утренник, а мои генералы — это добрые снежинки. Итак, встречайте, маршалы темного юмора канала «Россия». Ух ты! Крокус-Сити-Холл! Вау! Оркестр!
Нифига себе, Александр Васильевич! Да чё докатилась ваша самодеятельность, а? Чё у вас так мало? Ну, после развода половина нас отошла к Степаненко. А где маршал Грушевский? Я здесь! Чё вы там делаете? Но вы же сами просили помочь вам в финале. Но это же не смешно. А если это сделает Горбачёв? Подождите, вот вы пародировали Брежнева. С глубоким удовлетворением. Горбачёва. Послушайте, Буш. Ельцина. Конечно. Ну а чё не пошли дальше? Опытный юморист умеет вовремя остановиться. И все равно непонятно, почему они здесь, а вы в оркестре. Чтобы потом сказали, что они в финале высшей лиги просто вышли, а я здесь сыграл. Ну, ладно, чем мы конкретно можем помочь-то? Нужно что-то, чего никто не ожидает увидеть в КВН. Ха, легко. Маэстро! Извините, Александр Васильевич. А у Эрнста сейчас, наверное, в голове случился сбой. Вроде я сижу на первом, почему смотрю второй? Поверьте, когда вы мало смеетесь, это их только раззадоривает. Очень сильно удивится, посмотрев финал, народ. Скажут, видя наши лица, КВН уже не тот. На дворе новогодние праздники. На сцене оркестр. Уходящему году балета посвящается «Щелкунчик» и новогодний корпоратив. Это история про обычного менеджера среднего звена, который получил прозвище «Щелкунчик», потому что на всех корпоративах успевал нащелкаться еще до салатов. Вот и сегодня, стоило ему сесть за новогодний стол, он начал щелкать одну за одной, одну за одной, одну за одной, пока из нормального человека не превратился в деревянную куклу. И на всем белом свете было всего лишь одно слово, способное его расколдовать. Конкурсы! А вот и оно! И тут он заметил прекрасный орех. Это любовь, подумала Мари. А это вариант, подумал Щелкунчик. Но тут появился главный бухгалтер. Или как его называл коллектив за спиной, крысиный король. Они с Мари встретились взглядом. Это любовь, подумал крысиный король. А это вариант, подумала Мари. Увидев, что крысиный король танцует с Мари, Щелкунчик решил вызвать его на дуэль, бросив ему в лицо перчатку, не снимая ее с руки. След давай, что нормальные мужики так себя не ведут, и емко в одно слово сформулировав, почему крысиный король в лосинах. Раздухаривший Щелкунчик решил высказать в глаза своим коллегам все, что думал о них за эти годы. Эта история в очередной раз подчеркивает силу русского балета, потому что на том корпоративе выступали еще Мадонна, Стинг, но всем запомнился только Щелкунчик. С Новым годом и не прощелкайте праздники! Сегодня, помимо выступления команды, жюри будет оценивать меня лично. А лучше всего о человеке могут рассказать его друзья. Поэтому встречайте, мой лучший друг, и совершенно случайно так совпало, губернатор Кировской области, Игорь Владимирович Васильев. Ну, здравствуй, друг Дима. Ну, здравствуй, друг Игорь Владимирович. Кто-то может подумать, что это нанятый актер, но это настоящий губернатор Кировской области.
А нанятый актер сейчас ведет заседание в Кирове. Игорь Владимирович, как вам на сцене КВН? Честно, Дим, как на приеме у Владимира Владимировича. Сначала немного страшно, но после первого смеха чуть полегче. Игорь Владимирович, может, скажете речь? Александр Васильевич, можно обратиться к жюри? Уважаемые жюри, вы, наверное, уже поняли, как нам нужна эта победа. Я пообещал ребятам и пообещаю вам по квартире в Кирове. Ну, а если все-таки проиграем, то жить там нужно будет обязательно. Как вы видите, сегодня, как капитан команды КВН «Вятка», я сыграл в КВН симфоническим оркестром, стал голосом русского балета, вступился за светлое имя Первого канала в битве темных армий и уговорил губернатора подняться на сцену КВН и пошутить. И я допускаю, что выступление других капитанов в своих командах может кому-то показаться веселее. Но вот круче хренушки! Спасибо! Для многих команд этот финал – важная игра. Но только для «Вятки» этот финал – это последний бой. Поэтому те, кто играют, пусть играют, но в бой идут одни старики. Кто в крокус на финале 6 отрядов шли на бой. Кто-то скромный, кто-то странный, кто-то в шапке меховой, кто-то сильный, кто-то бабы. Но милей и ближе всех темная команда. Мы смуглянка КВН. Здравствуй, крокус, старобельный родной. Здравствуй, парень, что за тупой молодой. Здравствуй, зритель, других прости. Команда «Вятка» — тот самый КВН в таком разном финале. Для молодых команд музыкальный фристайл — это отличная возможность попеть и потанцевать. А мы предлагаем просто посидеть и поговорить. Вам что-нибудь смешать? Пятницу и субботу. О, ха, я же вас узнал. Вы же этот Богдан из плюшек. Тогда запишите на мой счет. Или не Богдан? А любовь слепая. Точно, я ж вспомнил. Вы Дима Бушуев из «Вятки». Что, опять будете сидеть жаловаться, как плохо жить без КВН? Да. Мы играли в КВН, но нас соперники бэнг-бэнг. И настал такой момент, надо как-то жить без КВН. Лосиха рожает лосенка, и через полчаса он уже может бегать, прыгать, брыкаться. К сожалению, КВН не лосиха. Он выбрасывает тебя в жизнь голым, неподготовленным 30-летним лосем. Меня выбросило туда, где лосю выжить легче, чем человеку. В Киров. Я решил открыть свой бизнес, но в итоге закрыл отцовский. У меня было все еще хуже. Меня выбросило в Кирово-Чепецк. Ну как вам объяснить? Если Киров — это Москва, то Кирово-Чепецк — это Кирово-Чепецк. О-о-о! Вам еще всем повезло! Меня выбросило в Майами. Это гей-клуб, он так назывался. Находился в Кирово-Чепецке.
Я работал там охранником, потом уволился, потом ослеп. Вот именно в такой несправедливой последовательности. И чтобы скрыться от проблем, я понемногу стал бэнг-бэнг. И понемногу мой бэнг-бэнг превратился в сплошной такой каждодневный, беспробудный бэнг-бэнг. А я решил зацепиться за Москву. Я снял дорогую квартиру и начал искать хоть какую-то работу. А надо было наоборот. На выходе из Останкино мне попался Нагиев, который сказал: «Димон, не парься, ты бог харизмы, ты царь брутальности, ты князь секса». И тут я понял, что он говорит сам с собой. Бармен, а налей-ка нам всем по 50 грамм в мой стакан. Мне надо было понять, что делать. И я пошел за мудрым советом Гусману. И он сказал: одну веточку сломать легко, а 10 веточек ты не переломишь. Это надо брать лобзик. А это надо ехать на дачу. И тут я понял, что он не слушал мой вопрос. Отчаявшись, я пошел к Галустяну и говорю: «Михаил, мы, армяне, должны держаться вместе!» На что он ответил: «А мы и держимся!» и захлопнул дверь. Ну и поскольку еврей из меня тоже никакой, я понял, что идти в Москве мне не к кому. На душе скребли кошки, причем делали это так, как будто закапывали то, что там оставили. Стало ясно нам одно, жизни дно пробило дно. Я б сейчас в глаза взглянул тому, кто нас во все это втянул. Я пришел к Александру Васильевичу и спросил, почему жизнь так несправедлива. А он сказал: «Дим, а возвращайтесь в КВН». И тут я понял, что он не слушал мой вопрос, но при этом он на него ответил. И я собрал пацанов, мы заявились в сезон, и прямо сейчас нас слушают и Гусман, и Галустян, и Нагиев, и даже Эрнст. Понимаете, КВН — это такой пинок в жизнь, под который просто нужно правильно подставиться. Нас пятеро опять, мы счастливы стоять на сцене в тот момент, когда зал вышки делает бэнг-бэнг. Перед вами темная армия Вятка. Нас не было 6 лет. И для нас КВН как секс. После такого перерыва не факт, что получится. Но уж если получится, то это будет бодро, ярко. И тем приятнее, что в жюри знакомые лица. Пельс, Нагиев, Эрнст. Господи, а что с Ефремом? Это Пелагея. Да я вижу, что это Пелагея. А что с Ефремом? Ладно, придется пояснить. Мы единственная команда КВН, вставшая на темную сторону. Зачем мы вернулись? Да потому что зло в опасности. Судите сами, шаурму стали продавать в перчатках. В магнитах теперь проветривают. В мире закончились места, где Волочкова не садилась на шпагат. Мы не могли не вернуться. Мы — это я и мои темные генералы. Например, генерал Секс. Ваш девиз. Отойдем за кипарис. Встать строй. Генерал Алкоголь. Кстати, я знаю, что с Ефремовым... Так, встать строй.
Генерал, жадность! Я! Че у вас два микрофона? А что, можно было три? Так, встать строй. Ну и генерал Лень. Почта России. Просто это удобно. Я знаю, по ним не скажешь, но ведь именно эти генералы сыграли ключевую роль в истории России. Именно генерал-алкоголь — автор двух главных решений в жизни Кутузова. Сжечь Москву и поспорить на глаз. Именно генерал Секс — автор фразы «Кто с чем к нам придет, тот от того и погибнет». Генерал Лень лично писал Гагарину речь перед первым полетом в космос. Ну и генерал Жадность, благодаря которому наша страна всегда увеличивалась в размерах, когда на нее кто-то нападал. Ну и, как говорили команды в наше время, поехали! Чехословакию. Продав кишневую девятку, ведь больше нечего продать. В сезон вернулась ваша вятка, ты полюби ее опять. Команда «Вятка», свежий юмор от несвежих людей. Под руководством Олега Знарка наши хоккеисты взяли золото Олимпиады, а опытом принято делиться. Итак, представьте, встреча тренера, который добился всего, с тренером сборной России по футболу. Олег Валерьевич. Станислав Саламович. Ну, тихо. А вдруг повезет? Что значит вдруг? Это наша основная стратегия. Сколько до чемпионата мира? 2 месяца. Так за 2 месяца можно даже зайца научить в футбол играть. Да были бы у меня зайцы, я бы вообще не переживал. Главное, чтобы парни верили в себя. Да какое там? Они даже в фифу сами за себя не играют. Короче, тебе не понять. Мне не понять? А ты попробуй проиграй, когда вся страна любит хоккей. Так вот в том-то и дело, что у нас вся страна хоккей любит, а в футболе разбирается. Все мы наверняка встречали людей, которым, несмотря на всю свою интеллигентность, прям хочется нахамить. Женщина из регистратуры, кассирша в супермаркете и сосед по плацкарту. Погнали! За справкой в 92-й. Ну, судя по интерьеру, я как раз в 92-м. Вас много, я одна. И часто вам такие сны снятся? Без полиса не принимаем. Вот узнаю российскую медицину. То есть умереть без полиса я могу, а попытаться выжить нет? 18 лет есть. Чтобы стать вами. Что? Чтобы стать вами, мне нужно 18 лет есть. Пакет, маечку. А чё не сумку, трусы? Расплачиваться будете картой. Я не Горбачев, чтобы картой расплачиваться. О, ну чё, вместе поедем? Я боюсь, РЖД не оставило мне выбора. Выйди, мне надо переодеться. Да ладно, у вас есть еще более чмошная одежда. Сразу предупреждаю, я храплю. Сразу предупреждаю, я всеку. Сам куда? Сам куда? Самца нет, сам куда? А ты за Путина? Я бы мог, конечно, попробовать, но он, похоже, и сам справляется. Ну что ж, формальности соблюдены, а теперь самое главное. Привет. Александр Васильевич, а пойдемте к нам в команду играть. Ну неужели вам ни разу не хотелось стать чемпионом, пропустить сезончик?
Вы представьте, как здорово будет. Мы победим в КВН и пойдем сериалы писать, свадьбы вести. Люди ж, если узнают, что вы свадьбы ведете, по второму кругу жениться начнут. Александр Васильевич, решайтесь. Ну, что вы скромничаете? Что вы загнали себя в рамки ведущего? Вы же смешной! Вы же прямо сейчас этот номер на себе тащите. Александр Васильевич, конечно, я шучу. В сезоне нужно играть по-честному. А вот перед финалом я еще подойду. КВН опять изменился. Больше песен, меньше реприз. У команд массовка и звезды. И у каждой патриотизм. Где же наш воспитательный фактор? Алкоголь, жадность, лень и секс. Мы будем играть в тот КВН. Харизма, опыт и текст. Вот в этот КВН, КВН давай. Тот самый КВН, КВН давай. Команда Вятка, тот самый КВН. Вечный вопрос, сколько денег нужно для счастья? Об этом наш знакомый сюжет. Здорово, Сергеич! Дай-ка я тебя осчастливлю! О, начальство тебе премию выдало! Ого! Спасибо, бригадир! Это как раз то, чего мне не хватало для счастья. Так, это мне на зимнюю резину, это на плоский полутораметровый телек смотреть футбол, а это на новенький японский спиннинг. Дмитрий Сергеевич, ты счастлив? Здорово, сосед! Я по поводу денег. Че? Слышал, тебе премию дали. Ты подозрительно хорошо слышишь для человека, живущего в соседнем доме. Ты неделю назад у меня 20 тысяч занимал. Да? А на что? На жизнь. Господи, как быстро пролетела жизнь. Ладно, на. А может, подождешь недельку? Ты пожил, дай другим пожить. Ладно. Ладно. Значит, зимняя резина на передние колеса. Обычный телевизор смотреть, футбол и новенький китайский спиннинг. Дмитрий Сергеевич, ты все-таки счастлив. А ты обо мне подумал? Конечно, подумал. Тогда где деньги? Я считал, что хотя бы думать о тебе я могу бесплатно. Но мне нужны итальянские сапоги и шуба. А со старыми что? Не знаю, у меня этого никогда не было. Потому что я обычный работяга, а не какой-нибудь там... Депутат! А я вот была бы счастлива, если бы вышла замуж не за работягу, а за депутата! Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич! Здравствуйте. Вот бюджет на следующий год. Спасибо, господин министр. Это как раз то, чего мне не хватало для счастья. Это мне на зимнюю машину. А это мне на... Хотя, что я заморачиваюсь, это просто все мне на. Здорово, сосед. Займи на жизнь. Ты же неделю назад занимал. Так и жизнь продолжается. Ладно, дам. А ты обо мне подумал? Мне нужны новые грудь, губы и нос. Конечно, ты же у меня не женщина, а прям Нива. Один раз взял и всю жизнь доделываю. Еще мне нужна попа. Это зачем? Сейчас у всех попа. Так ситуация в мире такая. Может, ты забыла, что мы с тобой живем в Кирове, а не на какой-нибудь там Рублевке? А я вот была бы счастлива, если бы мы с тобой жили на Рублевке. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Я по поводу премии. Возьми 20 тысяч. Дмитрий Сергеевич, а рублей или... долларов? 20 тысяч тысяч. Как мало людям надо для счастья. О, здорово, сосед. Я по поводу денег. Ты куда их деваешь? Ну, я купил пару квартир в центре Москвы. Там и храню.
ты обо мне подумал? Конечно, конечно, я тебе подумал. Но с женой все равно не разведусь. Почему? Да потому что я очень занят. Да ты всегда занят. А мне бы хотелось, чтобы все свое свободное время ты тратил только на меня. И был самым-самым свободным человеком на земле. О, здорово, Сергеич! Балдежок будешь? Ого, это как раз то, чего мне не хватало для счастья. А вот и премия. А ты обо мне подумал? Да я только о тебе и думаю. Сюжет показан и тем важен, что в центре четырех картин четыре разных персонажа. Из них несчастлив не один. Так сколько нам для счастья надо? Вопрос давно застыл в веках. Но и ответ – простая правда. Ищите счастье не в деньгах. Тебе... Тебе хорошо говорить. Ты сегодня ел. Ага. Перед вами выступала очаровательная Лера Кудрявцева и команда «Вятка». Тот самый КВН. Ну, здравствуй, Калининградская область. Маленький балкончик большого русского терема с видом на Европу. Это было не во сне, а наяву. Тут уж сам, как говорится, виноват. Немцы так хотели взять у нас Москву. А в итоге нам отдали Калининград. Ну, здравствуй, Светлогорск! Перед тобой Вятка, первая команда КВН, вставшая на темную сторону. Зачем мы это сделали? Да потому что зло в опасности! Судите сами, РЖД перестала закупать плацкартные вагоны. Дональд Трамп все-таки согласился выслушать умного человека. Третьяк держит себя в руках, когда Акинфеева называют лучшим вратарем страны. Как вы понимаете, сегодня мы замахнемся даже на жюри. Командор, говорят, Гусман над шутками про себя не смеется. Смеется. Надо просто чуть громче говорить. Все команды сегодня хотят взять большого Кевина в золотом. Мы же просто хотим забрать двух своих в темном. Чемпионат мира по футболу, который состоялся в России, вошел в историю. А историю нужно бережно передавать потомкам. Итак, Вятка представляет «Победено». Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва футбольная когда-то французам отдана. Все это по-другому было. Да, Кубок Франции это было, но их команда победила, а наша выиграла страна. Все началось, когда в футболе бои проходят не на поле, и англичан в неравном споре нам предстояло победить. И все свое влияние в мире направил русский князь Владимир, чтобы нашу матушку Россию футболом окрестить.
И вот на мировой арене улучшить о России мнение для русских выпал шанс. Определили регионы, где будут строить стадионы. В Саранске, кроме стадиона, еще и весь Саранск. Сгораем мы от нетерпения, что было в ночь перед сражением. По весям, городам и селам пошли шеренги волонтеров. Угу. Коней надраили таксисты, ОМОН сидел, учил английский. В кафешке завезли запасов и много кек боеприпасов. Повсюду было все прекрасно, в Саранске, правда, пахло краской. Все формы сборной нарядились, в кругу билетиком делились. Хотелось, где б ни находились, увидеть наяву. И, невзирая на зарплаты, от Бутова и до Арбата все москвичи натерли хаты, чтоб утром сдать Москву. А что же дальше было, дед, когда над Лужниками занялся рассвет? И Дзюба встал, сверкнув очами. Ребята, не Москва за нами! Умрем же под Москвой, как наши деды умирали, и умирать им завещали, сказал другими чуть словами, но в общем смысл такой. Мы век Никольской не забудем, смешались в кучу кони, люди, и стали все людьми. И вот футбольные кумиры достали техники рапиры, и начались бои. Ходил пешком по полю Месси, Рональдо точно бил с навесов, Суарес бил, но не кусал, Неймар же падал и лежал. И доказала всем система ВАР, что как актер достоин Оскара Неймар. Браво! На стадионе все красиво, прикиньте, раздавали пиво. Мы пили прямо здесь! Не может быть! Да вот тебе крест! Ты был там сам? Да вот тебе мигающий стакан! Ого! И мы, не подавая вида, чё там хамил поддатый вида, ведь праздник был тогда, дожди в Москве неделю лили. А чем тот мундиаль закрыли? Открытием зонта. И в конце хотим признаться, мы первый раз в Светлогорске. И нам настолько понравилось, что мы даже хотели переехать сюда жить, чтобы открыть здесь базу темных сил. Но потом поняли, что это невозможно. Потому что одна из стратегических задач Калининграда, чтобы здесь никогда не было никаких баз темных сил. Пойте! У него есть что-то, что нужно нам. А у нас есть много всего для вас. Мы даем это вам, а взамен хотим то, что пока еще у него. И есть еще важный и тонкий момент. Будем рады награде мы не любой. Все, что нам нужно, это темный кивин. Темный для нас золотой. Темная армия со светлой душой. Тот КВН на этом фестивале. У каждого поезда есть конечная станция. Фирменный поезд КВН сезон 2018 года прибыл на станцию «Финал». Конечная. Ты забудешь обо мне. Ну чё, пацаны, приехали? Вроде так. Да давай посмотрим. Ого! Ну чё, как финал? Народу много, ничего не понятно, но выглядит круто. Оставляю для меня. Мужики, я походу в этом поезде расческу оставил. Расческу? Я в этом поезде волосы оставил.
Ну, наконец-то! Тот самый финал! Димон, ну на колени-то зачем? Да у меня ноги затекли, я сюда 18 лет ехал. Что, пацаны, мечта сбылась! Ну вот и станция, финал! На этом поезде не раз мимо тебя я проезжал. Тем, что копили много лет, давайте выйдем и тряхнем. Нам нужно проявить себя. Ага, а то покурим и зайдем. Дима, а что тут надо сделать, чтобы выиграть? Я откуда знаю, я тут сам впервые. Пацаны, что тут думать-то, чтоб выиграть, надо что-то мутить, надо как-то двигаться. Артем, ты зачем выпил? Я считаю, что на финале нужно быть самим собой. Иди продышись. Грузчик, грузчик, парень работящий. Грузчик, парень. Здорово, Димон. Здорово. Ты что тут делаешь? Не понял вопрос. Что станция делает на станции? Слушай, скажи, пожалуйста, а что вообще принято делать в финале? Слушай, ну как на любом вокзале. Плачут, прощаются. А у кого ничего нет, ходят, просят. А у кого все есть? А у кого все есть, сидят так, смотрят на все это, оценивают. Ну ладно, я пошел. Не, подожди, подожди, ты же тут все знаешь. Ответь на вопрос, как победить? Слушай, я здесь все знаю, кроме ответов на два вопроса. Как здесь победить? И как дальше с этим жить? Не раскисаем, пацаны, нам надо двигаться вперед. Зал ожидания, сити-холл, сидит от нас и что-то ждет. Нам надо выйти прям порвать. Димон, ты чё, не заводись? Это всего лишь КВН. Это всего лишь наша жизнь. Пацаны, ну чё мы паримся, всё ж просто. Давайте возьмём золотые медали и убежим. Не, ну а чё, Василич не разогретый, он догонит только Артура. Ну чё, я тогда выдвигаюсь. Стоять! Пригородная электричка на ТНТ отправляется с шестого пути. Пацаны, может, погнали, а? Я б не торопился. Она ж каждые две минуты ходит. Проводник! Это ж сюда дорога только одна. Отсюда все пути открыты. Михаил Наумыч, ты ж в этом поезде с 86-го года ездишь? Ну? Скажи, откуда появился слух, что чемпион пропускает сезон? Из вагона ресторана. Да. Нет такого правила. Напридумывают, понимаешь, потом ходи по всему поезду, объясняй. Стой, стой, стой. Ты ж знаешь... Как нам выиграть финал? Знаю. Как? Ну, вы ж первый раз. Ага. Ну, поприглядывайтесь. И последний. А, тогда вы не успеете. Чего? Ну, потому что у вас максимум минута, а вот список того, что нынче обычно делают чемпионы. И вот на список тот взглянул. Да хорош, 5-1 минута осталась. Что там? Так, нам нужно начать ярко и неожиданно. Ря! Допустим. Станцевать крутой синхронный танец. Пойдет. Вывести на сцену старых КВНщиков. Так, мы здесь. Дальше. Сказать необычный комплимент ведущему. Александр Васильевич, опупенно молчите. Дальше. Надо, чтобы за спиной было много людей. Вот столько людей за спиной ни у кого не было. Так, дальше, нужно быть наглыми. Александр Васильевич, дайте попить. Наглее. Александр Васильевич, дайте запить. Отлично. Нужно давить на жалость. Я болен. Нужно что-то жизнеутверждающее. Но я выживу. Нужно клянчить первое место. Если мне дадут золотую медаль. Отлично. Так, осталось три запрещенных приема. Животные, звезды и слезливая песня. Я есть просил.
Ну и в конце нужно искренне заплакать. Ну чё, на сухую-то не плачется? О, успели! Чё, получается, выиграли? Да хрен его знает. Наумыч! Оу! А ты не знаешь, кто победил? Знаю. Кто? КВН. Да ё-моё. Конкретно мы или другие? Вы. Или другие. Да, конкретно КВНу пофиг. Ну, пойдемте тогда у кого-нибудь другого спросим. Пойдемте, да? Спросим. Стойте, стойте, пацана, может, не надо? Я что-то боюсь. Димон, ты что, шутишь? Если бы я шутил, ты бы стоял сзади и молчал. Дим, да что ты испугался? Ну, мне 36 лет, я полжизни в этом поезде провел. Ну, ты же доехал, куда хотел. Да, но когда я доехал, куда хотел, я понял, что всю жизнь хотел просто ехать. Объявляется посадка на фирменный поезд КВН сезона 2019 года. А что, Дим, нам-то что делать? Ну, давай. Александр Васильевич, я очень долго готовил эту речь. Я знал, что однажды этот момент настанет. Мне тяжело говорить, поэтому мне важно, чтобы вы меня выслушали. Я бы тебя с удовольствием выслушал, Дим, но мне просто сейчас некогда. Я не понял, он куда? Поездом рулить. А вы думаете, зачем он заканчивал Московский институт инженеров транспорта? Почти закончен финал, почти черту подвели. Переживаем, как в первый раз. Сейчас раздастся гудок, поедет поезд вперед, но дальше он поедет без нас. Ну что, пацаны, наш поезд ушел. Ты забудешь обо мне, ведь мой путь в КВН это только лишь мгновенье. Капли в море побывал, но что этой капли стал, нет ни капли сожаления. И, пацаны, последний раз! Давайте в этот раз в другую сторону, в сторону мечты. Ну а если жюри нам подыграет, мы будем просто счастливы. Лучших в своей жизни лет была команда КВН «Вятка».